Знакомство с Брянским районом Николай Алексеенко начал с посещения Смольянской средней школы в деревне Городец. Совсем недавно здесь был завершен капитальный ремонт. Сейчас учебное учреждение просто не узнать. Комфортные светлые классы, новая мебель, современное оборудование. Ребята признаются, учиться стало одно удовольствие. Интерактивные доски, ноутбуки, Wi-Fi по всей школе. Теперь стало легче выходить в интернет, легче учиться. Воодушевленные изменениями ученики решили привести в порядок и старый корпус школы, который расположен по соседству. Косметический ремонт ребята делают своими силами. Здесь в перспективе будет расположен спортзал, мастерские и библиотека. Николай Алексеенко решил внести свою лепту в проект и пообещал помочь с обновлением школьного библиотечного фонда. В принципе, учебной литературы у нас хватает, и учебников, и методической литературы. Но есть те, которые устарели, просто они физически устарели, даже не морально, скажем так, а просто физически устарели, потому что учебная литература, мы закупаем, но вы понимаете, что в современном мире хочется детям уже красивой картинки. Брянский район активно участвует в реализации партийных, региональных и федеральных программ. Идет благоустройство дворовых территорий. В поселке появилась современная спортивная площадка и детский городок. А по проекту «Культура малой родины» был капитально отремонтирован местный дом культуры. В целом Брянский район очень порадовал. Как минимум я услышал, что здесь нет отрицательной демографии. Да? Не за счет рождаемости, а за счет определенной миграции. Здесь есть прирост населения. Это такой наверное, самый главный индикатор. Масштабные работы ведутся по благоустройству территорий, дворовых территорий, улиц, освещения. Прекрасный отремонтированный дом культуры, школа. В завершении визита Николай Алексеенко принял участие в уникальном не только для Брянской области благотворительном проекте «Паралимпийская миля». Вот уже 5 лет в местной гимназии №1 усилиями энтузиастов проводится большой культурно-спортивный фестиваль для особенных детей. У нас участники из всего района, из школ, образовательных организаций всего района. И город Москва у нас тоже здесь сегодня присутствует. Но это не дети. Дети – это наши помощники-организаторы, Паралимпийский комитет. Раз, держишься. Вот. Держись вот здесь. Потрясающая организация. Ребятишки катаются на байках, на спорткарах, рисуют, поют. Это особенные дети. Я могу сказать, что именно от отношения к таким детям и говорят о степени цивилизованности общества. Так вот, можно сказать, что мы, я думаю, впереди уже Европы, этой планеты всей, потому что, замечательное мероприятие. Я думаю, что о нем должны многие узнать. Это должно быть такой большой точкой притяжения, может быть, не только района, региона, а и всей страны. В целом, почетный гость был приятно удивлен увиденным, отметив, что у Брянского района есть большие перспективы дальнейшего развития. С таким замечательными руководителями и гимназии, и района, и региона. Все в ваших руках, на самом деле. Вы на них надеетесь, они дают вам возможность, а делать должны вы. Дмитрий Кузнецов, Денис Пашков. События. Брянский район.